Актюбинские инвалиды по зрению станут профессиональными массажистами. В медицинском колледже открыта специальность для людей с ограниченными возможностями. В этом году за партой сели 7 человек. Если пилотный проект завершится удачно, в следующем планируют увеличить число незрячих студентов. Подробности у Елены Устимович. Большинство студентов в аудитории далеко за 30. Они уже имеют образование, но проблемы со здоровьем не позволяют работать по специальности. Аселю Разгалеева поборола страшную болезнь, но получила осложнение. Правый глаз почти не видит. Пришлось оставить работу бухгалтера и осесть дома с ребенком. Возможность получить новую профессию – это шанс вернуться к полноценной жизни. Для нас это большая возможность, для людей с такими ограниченными возможностями быть в обществе, приносить пользу. И как для других, так же и для себя. Иметь возможность зарабатывать, обеспечивать свою семью и не жить только на одно пособие. Только многолетний опыт подготовки медиков позволил преподавателям колледжа разработать учебные программы для незрячих студентов. Здесь, как у всех, основные дисциплины – анатомия, физиология. Но то, что обычным студентам объясняют наглядно, местная аудитория узнает при помощи тефлокомплекса. На специальное оборудование в классе потрачено более 9 миллионов тенге. Начато распознавание. Распознавание завершено. Сии, Юджоуджет 1 литр, Вердин яйцер кумфлексон. Проигрыватель и диски с лекциями – это не все помощники преподавателей. Будущие массажисты будут практиковаться на манекенах. Это самый интересный момент обучения. Весь курс по специальности сестринское дело рассчитан на 2 года. У данной категории людей высоко развита тактильная чувствительность. То есть, скажем так, они видят пальцами, чувствуют сердцем. И поэтому, я думаю, они всю боль пациента будут пропускать через себя. И в будущем станут высококвалифицированными специалистами, а именно дипломированными массажистами, и будут востребованы. Слабовидящие, как и все студенты, получают стипендию 15 тысяч тенге. Иногородние живут в общежитии. По словам организаторов, если пилотный проект завершится удачно, в следующем году планируют увеличить число незрячих студентов. Елена Устимович, Александр Степаненко, Илья Армунаров, Актобе.